Друзья, всем привет! Сегодня я буду делать стрекозу из воздушных шаров. Для изготовления стрекозы нам понадобится два шарика 260-х светло-зеленых, два шарика 160-х металлик серый, один шарик 5-дюймовый, также насос, ножницы и черный маркер. Итак, приступим к изготовлению. Для начала надуваем 260 зеленый. Шарик надуваем не до конца. У меня осталось примерно на 3 пальца кончик. Далее делаем пузырь. Делаем пинч-твист. Далее делаем петлю с ладошку. Далее делаем пузырь. Второй такого же размера и пинч-твист. Далее делаем петлю вторую такого же размера. Далее делаем пузырь, второй пузырь, делаем пинч-твист, и делаем третий пузырь, можно сделать немножко поменьше. Это нам больше не нужно. Убираем. Далее надуваем второй шедевр. До конца тоже не надуваем, на 3 пальца вставляем хвостик. Далее горловинку привязываем к пинч-твисту. Далее второй кончик шедем мы будем продевать вот в эти петли. В одну петлю просовываем не до конца, оставляем здесь вот у меня буквально на ладошку вот такой изгиб. Просовываем во вторую петлю. Вот такое тело стрекозы у нас получилось. Далее буквально на сейчас посмотрю. Ладошечка. Вторая.
Третья. Так, ну на три ладошки, я думаю, не хватит. Вставляем такой хвостик. Остальное убираем. Вот такое получилось тело стрекозы. Вот это спинка у неба. Вот это животик. Что мы делаем дальше? Далее надуваю белый шарик сединовый. И делю его на два равных, на две равные половины. Они должны быть одинакового размера. Это будут глаза стрекозы. И дальше просовываем вот эту петельку. Теперь нашей стрекозе не хватает крыльев. Будем делать крылья. Для этого берем ШДМ 160. Обращение. Ушко бракованный. Надуваем. Вставляю буквально на пальчик. Кончик завязывается. Далее находим серединку. И перекручиваем. Далее заводим сюда затейничный лист. Надуваем вторую ШДМ. Кончики связываем. Также находим серединку. Привязываем за второй пинцет. Образом. Вот такие получились крылья наших козок. Ну теперь осталось только нарисовать глазки.
Вот и все. Хотя можно нарисовать еще и ротик, думаю. Не помешает. Нарисуем ротик. Вот такая получилась цепочка. Если вам понравился урок, ставьте лайки, подписывайтесь на новые видео. Ну и всем пока-пока.